2 марта в Харцизской школе искусств состоялся отчетный концерт учащихся и преподавателей школы «Весенние голоса». Подробности в материале Валерии Отиновой. Для кого-то начало весны – это время пробуждения и всяческих начинаний. Для музыкантов Харцизской школы искусств первые весенние дни уже традиционно ассоциируются с фестивалем «Весенние голоса». В этом году он проходит в 11-й раз и посвящен юбилею школы. Сегодня мы проводим отчетный концерт нашей школы «Весенние голоса». Этот фестиваль мы учредили уже больше 10 лет. Сегодня в 11-й раз мы проводим такой концерт. Но я хочу сказать, что вообще 2016 год, он для нас юбилейный. В этом году наша школа будет праздновать 60 лет со дня создания. И все мероприятия мы приурачиваем к этой дате. В программе отчетного концерта прозвучало более 20 музыкальных номеров, включая авторские произведения. Несмотря на то, что понятие «отчетный» подразумевает некое подведение итогов, для учащихся Харцизской школы искусств это вовсе не означает окончание учебного года. Помимо занятий в классах, у юных артистов впереди участие в целом ряде городских и республиканских конкурсов и фестивалей.